Всем привет! Это канал Hetman Software, и в этом видео мы рассмотрим 10 полезных веб-сайтов, закладку на которые стоит сделать, так как они обязательно вам пригодятся. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В интернете существует миллионы сайтов, но в этом видео я постарался собрать те, которые обязательно пригодятся любому пользователю ПК и интернет, но в то же время абсолютно бесплатны. Первый – это 10minutemail.com, из самого названия которого ясно, что здесь можно получить временный почтовый адрес. При переходе на этот сайт вам будет предоставлен временный почтовый адрес. Вся почта, присланная на него, будет автоматически появляться на веб-странице. Вы сможете читать письма, переходить по ссылкам внутри них и даже отвечать на них. Временный почтовый адрес будет автоматически удален через 10 минут. Зачем это может понадобиться? Возможно, вы хотите зарегистрироваться на сайте. Для подтверждения регистрации необходим действительный адрес электронной почты. И, возможно, вы не захотите оставлять там ваш основной адрес, чтобы не получать на него потом тонны спама. Этот сайт даст вам временный почтовый ящик. Бесплатно. Наслаждайтесь. Второй интересный веб-сайт – mp3cat.ru. Благодаря этому онлайн-приложению вы можете обрезать любой трек прямо в окне своего браузера, буквально за несколько кликов. Для этого загрузите файл, вырежьте желаемый фрагмент, при желании установите плавное начало и затухание и сохраните его к себе на компьютер. Это пригодится, если вам нужно обрезать или вырезать часть аудиозаписи. Это может быть, например, рингтон для установки его в качестве звонка на мобильном телефоне или смартфоне. Быстрая и безопасная работа. Более 300 поддерживаемых форматов, плавное начало трека, сохранение в качестве рингтонов. Все это совершенно бесплатно. Третий. Qwelty.ru. Используя данный сайт, вы можете бесплатно получать SMS онлайн. Получить SMS можно на любой из бесплатно предоставленных номеров. Перейдите туда, где требуется указать номер для отправки кода активации или любого другого. И укажите выбранный вами номер из этого сайта. Вернитесь на страницу вашего фейкового номера и дождитесь получения сообщения. Вы спросите, зачем это нужно? Таким образом, можно подтвердить регистрацию аккаунта на любом зарубежном сайте, получив на иностранный номер код подтверждения или SMS из любого другого сервиса, если светить личный номер телефона вы не намерены. Таких сайтов много, но принцип их работы одинаков. Несколько тех, которые мне известны, я оставлю в описании. Четвертый полезный сайт или даже целый тип сайтов – это сайты, стартовые страницы и менеджеры закладок. Покажу на примере atavi.com. Большинство пользователей интернет как стартовую используют установленную по умолчанию в браузере страницу. Но такие страницы не всегда удобны. Как альтернативу им можно использовать сторонние сервисы или сайты, которые специально предназначены для использования как стартовые страницы. На них можно добавить и удобно расположить закладки на часто посещаемые сайты. Добавить разные виджеты. Изменить стиль или добавить фоновый рисунок. Выбрать удобную поисковую систему. Создав аккаунт, вашу страницу можно синхронизировать с любым другим ПК или браузером, а иногда и мобильным устройством, ведь часто доступны и мобильные версии. Уверен, что вы не догадывались о существовании таких сайтов. Попробуйте, это действительно удобно. Пятый. VirusTotal.com. Очень полезный сервис проверки файлов или URL-адресов на вирусы. Чтобы воспользоваться им, достаточно выбрать файл на вашем ПК, и система просканирует его, используя сигнатуры порядка 70 антивирусных программ. Результаты будут отображены по каждой отдельно. Аналогичным образом можно проверить любой сайт. Для этого перейдите во вкладку URL и введите адрес желаемого сайта. Проверяя его, вы ничем не рискуете, ведь эта проверка онлайн, очень удобно.
Данный сайт имеет очень высокий рейтинг, и его результатам можно смело доверять. Номер 6. Онлайн-генератор паролей LastPass.com. Если вы хотите защитить свои персональные данные, первым делом следует сформировать надежные пароли. И в этом вам поможет генератор паролей LastPass. Неподдающиеся взлому пароли содержат сложные комбинации различных символов, цифр, букв, спецсимволов. В бесплатной онлайн-версии вы можете создать надежный пароль, установив предлагаемые параметры – длину пароля, легкость чтения или произнесения, будут ли в нем строчные или прописные буквы, цифры или символы. Пароль создается автоматически по указанным вами параметрам. Сформированные пароли никогда и никуда не передаются через интернет. С помощью 7-го инструмента данного рейтинга можно удалить фон из любого изображения. Онлайн, без установки каких-либо сложных программ. Background Burner. Чтобы воспользоваться им, перейдите на страницу, ссылку на которую я оставлю в описании. Зарегистрируйтесь на данном сайте, иначе он не даст вам скачать отредактированное изображение. Но не переживайте, это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Нажмите кнопку «Choose a photo» или просто перетащите его на страницу. Инструмент загрузит его и сразу же предложит возможные варианты удаления фона. В простых изображениях фон удаляется идеально. В более сложных иногда могут оставаться кусочки фона. В таком случае нажмите кнопку «Touch up» и удалите ненужную часть изображения, наводя на нее красный курсор, как в Microsoft Paint. Нажмите кнопку «Download» и скачайте уже отредактированное изображение в желаемом формате – JPEG или PNG. Так выглядит результат. 8. Сайт animagraphs.com. Еще со школьной скамьи мы уяснили, что лучшим способом понять то или иное явление или принцип работы механизма – это рассмотреть его схематическое изображение. Но не лучше ли подойдет для этого анимированная схема? Ведь нынешние технологии позволяют это осуществить очень просто. На сайте Animagraphs представлены анимированные схемы работы разных механизмов, которые помогут вам воочию рассмотреть то, что вживую вы увидеть зачастую не сможете. Причем в цвете и очень достойном качестве. На данный момент схем немного, но они постоянно добавляются. Очень познавательно. 9. Сервис – webcapture.net. Это бесплатный генератор скриншотов веб-страниц. Наиболее простой способ сохранить себе копию страницы. Не нужно ничего загружать или устанавливать. Все происходит онлайн. Как это работает? Допустим, вам нужен скриншот какой-то веб-страницы. Возможно, это статья, на которой у вас нет сейчас времени. Но вы хотели бы ее прочитать позже, офлайн или что-то в этом роде. Просто скопируйте ссылку на желаемую страницу и вставьте ее в специальное поле на webcapture.net. Выберите желаемый исходный формат изображения и нажмите «Сгенерировать скриншот веб-страницы». Дождитесь конвертации ссылки в формат изображения и скачайте его, нажав ссылку «Скачать». В результате вы получите изображение всей веб-страницы полностью. И на 10 месте сайт, который в первую очередь будет полезен тем, кто пользуется услугами авиакомпаний – flightaware.com. На этом сайте можно узнать любую информацию по любому рейсу и аэропорту, найти желаемый рейс, узнать о его задержке или отмене, найти нужное воздушное судно. Очень прикольно выглядит функция отслеживания полетов в реальном времени. Здесь на карте видны все самолеты цивильной авиации мира. Кликнув по самому значку самолета, можно увидеть полную информацию о рейсе. Время вылета и прилета, место прибытия, возможные изменения в расписании, точное место расположения. И так далее. Очень удобно. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезным, а описанные мной сайты пригодятся и помогут вам. Задавайте возникшие вопросы в комментариях под видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.